Здравствуйте. Сегодня среда, 24 июня. В эфире новости от Maxi Markets. Наш официальный партнер – информационное агентство «Банкир.ру». В этом выпуске обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, «Банкир ТВ», а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И в начале о главных экономических новостях. Сегодня в ходе торгов Великобритания отчитается по объему ипотечного кредитования за май. Национальный банк Швейцарии опубликует отчет по инфляции за второй квартал текущего года. Италия представит данные по уровню почасовой оплаты труда и сальдо баланса внешней торговли за май. А в американской статистике будут опубликованы июньский индекс ипотечного кредитования, окончательные данные по приросту ВВП за первый квартал, квартальные индексы личных потребительских расходов и данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики США. После вчерашнего падения под давлением проблем экономики Греции и позитивных данных по США пара евро-доллар консолидировалась в диапазоне 1.1150-1.12. В данный момент курс находится у верхней границы сформировавшего коридора и в случае ее преодоления даст хороший сигнал на покупку с целью 1.1250 трейдерам, предпочитающим торговлю на относительно коротких временных интервалах. Публикация в 11.00 по московскому времени индекса деловой активности Германии в случае выхода значения ниже прогнозируемого может снизить спрос на единую валюту и вернуть курс к значению 1.1150. Начало текущей европейской торговой сессии ознаменовалось активным спросом на валюту Соединенного Королевства, что привело курс валютной пары британский фунт-доллар к значению 1.58. Преодоление этого уровня, которое не выглядит высоко вероятным, с учетом вчерашнего выступления представителя ФРС, которое в определенной степени укрепило веру участников рынка в повышение процентной ставки в этом году. Целью коррекции после роста станет уровень поддержки 1.5760. На общем фоне роста спроса на доллар США при поддержке фундаментальных данных стоимость тройской унции золота пробила уровень поддержки 1176 долларов и движется в направлении локального минимума 1168 долларов. С выходом вчерашних позитивных макроэкономических новостей по США на рынке серебра установились медвежьи настроения, но при этом не был пробит уровень поддержки 15 долларов 76 центов. На данный момент серебро стоит у верхней границы ценового коридора. И если в течение дня новости по Евросоюзу не подстегнут активный спрос на серебро, пробив уровень сопротивления 15 долларов 96 центов, то цена развернется вниз в направлении нижней границы ценового коридора 15 долларов 78 центов. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.